Всем привет, меня зовут Елена. Сегодня будем готовить салат с крабовыми палочками. В интернете очень много лежит всяких рецептов, но у меня самый вкусный, поверьте. Для этого нам понадобится 4 вкрутую сваренных яйца, 200 грамм крабовых палочек, 140 грамм кукурузы, белая капуста свежая, майонез и немножко соли. Итак, приступим. Режем яйца на мелкие кусочки. Так, следующее мы режем крабовые палочки пополам, небольшими кружочками. Крабовые палочки порезали, добавляем баночку кукурузы и приступим к резке капусты. Нам нужно будет небольшой кусочек. Ее нужно порезать как можно тоньше, тоненькой паутиночкой. Теперь нашу порезанную капусту нужно немножко отжать, чтобы она немножко мягче стала. Этого хватит уже. Теперь добавляем немножко соли, буквально щепотку, и добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. Вот и все, наш салат готов. Он не занял даже 5 минут. Наш салат готов. Желаю вам приятного аппетита. Если вам понравилось мое видео, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Пока!